В Ивановском энергоуниверситете отпраздновали столетие войск связи. К этому военному подразделению учебное заведение имеет непосредственное отношение. 80 лет на базе вуза работает военная кафедра, которая подготовила уже немало выпускников-связистов. Специалистов, выпускников за всю историю военной кафедры выпущено более 5000, соответственно, запаса и более, соответственно, около 500 человек на данный момент пока офицеров кадра. Студенты военного учебного центра при университете проходят подготовку не только в рамках теоретических занятий. У них есть возможность учиться на самой современной военной технике, непосредственно на базе военных частей Министерства обороны. Здесь представлена та техника, на которой они занимаются непосредственно в частях. То есть это командно-штабные машины, вот, в двух вариантах, соответственно, комплексные аппаратные, из комплекса «Редут», соответственно, станции спутниковой связи представлены, которая стоит на вооружении воздушно-десантных войск в том числе, и, соответственно, радиорелейная станция. Вся аппарат, вся, естественно, техника новая, то есть цифровая, вот, с возможностью передавать любые виды информации, видео и так далее и тому подобное, обмен сообщениями. Отпраздновали по всем фронтам. В вузе провели конференцию, за его стенами масштабную выставку военной техники. Завершила праздник традиционная солдатская каша. Как говорят сами военные, без связи не может быть управления. Без представителей этого рода войск не могут обойтись ни учения, ни уж тем более полноценные боевые действия. Так что 100 лет – это не предел. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.